Седьмая глава книги пророка Осии. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим». Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. «День нашего царя!» — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том они не обратились к Господу, Богу своему, и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтяне, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня, и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской.